Всем привет, на связи Дмитрий Науменко, проект «Кузница счастья», и у нас девятое видео из серии по влиянию на мужчин. Не будьте для него заботливой мамочкой. Хорошо, этот пункт, он очень часто пересекается с самым первым пунктом про школьную училку, надеюсь, вы помните, да? Но здесь смещены некоторые акценты, то есть если вот в случае с первой ошибкой вы выступали в качестве такого диктатора, который четко рассказывает, что, когда и как нужно делать. А здесь ситуация немножко другая. Вы становитесь для мужчины такой нянечкой, заботливой мамочкой, которая с ним нянчится, как с большим дитятей. Вот по-другому не сказать. В чем проявляется это? Если вы себя узнаете, значит, вы данную ошибку допускаете. Предположим, что вы постоянно дергаете мужчину по мелочам, и вы стремитесь как-то вот предупредить случай его забывчивости. Вы спрашиваете: а зонтик ты не забыл? А ключи от машины взял? А электрику позвонил, помнишь, чтобы он завтра пришел? Это первый вариант. Дальше. Чрезмерная опека и забота. Когда вот вы за своим взрослым лбом, взрослым мужчиной, следите, как за трехлетним мальчиком. А ты шарфик одел? А ну как, ты там успел покушать, пока у вас перерыв между совещаниями был? Или там: я вот те синие носочки положила на кровати, не забудь одеть. Понимаете? Вот такого плана абсурд. И это может быть контроль с благими намерениями, который, естественно, мужчин выводит из себя и расслабляет в нагрузку. Когда вы звоните и говорите: ну куда ты пропал, дорогой? Ты уже целых 5 минут как должен быть дома, да, там, я тебя жду к ужину. Или: а куда ты ездил сегодня в обеденный перерыв? Мне вот тетя Света сказала, что видео у тебя в доме книги. Вдумайтесь, вот все вот эти вещи, они превращают взрослого самостоятельного мужчину в беспомощного мальчишку, за которого все полностью обдумывается и решается его мамочкой, вами. Подумайте, вы хотите, чтобы рядом с вами был мальчик беспомощный или мужчина? Просто поймите это для себя и решите. И то, что я говорю, это не значит, что вам не нужно заботиться о вашем мужчине, что вам не нужно следить там, чем он питается, как он одевается и так далее. Но вы во всем должны соблюдать меру. Вы должны просто всегда держать в голове тот факт, что он не ваш сын, а вы не его мать. Этого зачастую бывает достаточно, чтобы вы вели себя более адекватно и не допускали вот тех вот ошибок, которые превращают его маленького сыночка, а вас в заботливую большую мамочку. Потому что когда вы действуете таким образом, вы с мужчиной снимаете ответственность за что? За его забывчивость, за его здоровье, за его умение распоряжаться своим временем. То есть вы, по сути, снимаете с него ответственность за вот все сферы жизни, за первую, вторую, третью, пятую, десятую. В результате вы получаете мужчину, который, вот как в анекдотах, будет лежать на диване и пить пиво. Не сейчас, так через 5 лет, не через 5, так через 10. А может быть, уже через пару месяцев. Здесь предугадать нельзя. Поэтому очень важно этого не допускать. Вы должны помнить, что мужчина – это ваш рыцарь, ваш герой. И вам нужно относиться к нему примерно таким же образом. Мы об этом уже говорили. Представьте, да, что вы своему рыцарю будете там говорить, будете спрашивать его, надел ли он шарфик на турнир боевой, да? Или где это он там был в обеденный перерыв? Абсурд, абсурд полнейший. И вы должны об этом всегда помнить. Держите это в голове и не будьте для мужчины заботливой мамочкой. Ну что ж, на этом данное видео я заканчиваю. Надеюсь, что вы восприняли его всерьез, несмотря на то, что картинка уже очень смешная тут была. И вроде бы вещи такие несерьезные, но они на самом деле очень фундаментальны, и они сильно отравляют отношения, и главное, ведут мужчину по пути деградации. Это то, что не нужно ни вам, ни вашему мужчине, естественно. Поэтому очень внимательно отнеситесь к данному правилу, а я с вами прощаюсь в этом видео. С вами был Дмитрий Науменко, проект «Кузница счастья», и встретимся с вами уже в следующем, предпоследнем видео серии. До связи!